приехали пораньше, все понравилось, успели погулять, посмотрели достаточное количество мест. У Сарладера организация, как всегда, на высшем уровне. Вот, все было отлично в Минске и в Киеве еще лучше. Изначально я познакомился с Константином на Твиче. Далее начали играть вместе и нашли еще двух человек, с кем нам было комфортно играть. Я думаю, если бы мы не выиграли JLL, то в любом случае мы были бы одни из фаворитов, кто должен проходить в финальную часть турнира. Опасений никаких нет. Команды все знакомые, со всеми уже играли на том же JLL. Финальная часть состоит из сильных команд, с кем мы готовы сражаться.